Фокус. Не позволяйте вниманию ускользать от вас. Все случайные мысли, приходящие как сны. Итак, как вы чувствуете себя в этот чудный вечер, мастер Шреддер? Мне нужна моя сила, Стокман. Пусть же они исчезнут. Погрузитесь в безмолвие пустоты. Веди мне оставшийся мутаген. Как ваш доктор и старшая сиделка, я возражаю. Ну все, хватит на сегодня. Правда, сенсей? Мы медитировали всего минут 10. Да. Новая формула мутагена слишком нестабильна. Последствия могут быть ужасными. Вы можете мутировать в монстра. Делай это, или я оторву тебе все лапки. Я что-то неважно себя чувствую. Вы нездоровы, учитель Сплинтер? Или вас что-то тревожит? Вчера я видел сон. Так что останется одна жужжащая голова? Вы правы, хозяин. Вводим мутаген. Кому далась эта безопасность, правильно? Он был очень тяжелым. Я упал в большую яму и бился со Шреддером. Я помню все как в тумане, но я не уцелел. Но это же всего лишь дурной сон. Да, он действует. Я... Верно, сенсей? Не волнуйтесь за меня. Зачастую сны — это лишь символы. Со мной ничего не случится. Ну вот, что теперь? Даже мироздание ополчилось на телек! Хозяин! Наверняка очередной эксперимент Донни. Пошли! Я? Я помогу, хозяин! Тут ни при чем. Сейчас все выясним. Так-так, электричество вырубилось в 10 кварталах до самого старого логова Шреддера. О, карай! Идите, узнайте, что с ней. Хай, сенсей, хорошо. А, только зря время потратим. Вот тебе и посмотрели мультики.